Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лайк Эвгейм и добро пожаловать на прохождение, точнее, на выживание The Infected. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, и я только что ее только-только купил из Стима. Так, я музыку убрал, давайте еще тише сделаем. Только что купил эту игрушку из Стима и только что установил эту игрушку замечательную. Ну, как замечательную, мы, в принципе, с вами узнаем, замечательно нет, но я парочку видео посмотрел, и, ну, как бы, вроде бы интересно. Ну, вот такие настройки, кстати, смотрим. Еще кому интересно. Еще не заходил даже в игру. Так, применить, окей. Слушай, а тут игры нет самой. Настройки игры. Тут, кстати, он так, это интересно. А, он тут передвигается, вон как. А, ну и все, да? Ни сложности, ничего нет. Ну, погнали. Так, новая игра. Включение автосохранения. Так, вот так включение вроде, да? Тут, блин, часть по-английски и по-английски. А, часть автосохранений. Блин, я даже не знаю. Ну, стандартно 15 минут. Давай по стандартному 15 минут. Скала температуры Цельсия. Да, какой Фаренгейт. Длина месяцев в минутах. Длина месяцев в минутах. Слушай, а я не знаю. Что такое? Only summer, чисто лето, чисто зима. Четыре сезона. Нет, четыре сезона пускай. Качание головы. Нет, не надо. Уменьшение характеристик игрока. Just gold. Нормальное, короче. Солнцестойкость. Я не знаю, что это. Пускай это будет так. Технологии. Все, пускай будет так, короче. Давайте название игры. Так, на каком? На Russian? И посмотрим с вами. В принципе, видео посмотрел, и вроде игра мне очень понравилась. Мне еще игра вчера понравилась. Я такой, блин, сегодня надо зайти обязательно. Пополнить Киви через Киви кошелек Steam. И тенге, короче, и купить. Вот. Я вот сегодня перевел все этот шик-шик-шик-шик. Опа. Сегодня скидки, кстати, действуют на The Infected. Вот перевел, в принципе, и называется Зараженный. Называется игра Зараженный, если перевести. Так, удерживайте, чтобы посмотреть обучение характеристики игрока. Да, давайте. Так, камень. А, это обучающее задание, я понял. Постройте горн. Что такое горн? Ё, сколько характеристик. Так, жизнь, выносливость, я так понял. Вода, еда. Что там? Еда, еще на какие-то на 4 пункта делится. Какая-то энергия, молния. И солнце-то. У меня, кстати, все эпично стоит. Может быть, меньше сделать. У меня ППС показывает вроде бы 60. Что-то хотел в настройки зайти, немножко графику поуменьшить, посмотреть, как этот, а вот посмотреть вообще, как комфортней. Так, эпично, эпично. Давайте сейчас я быстренько настрою. Так, не знаю, вроде сделал, вроде бы этот. У меня, кстати, на F8 паузы, короче, и на F8, короче, скрыть. Так. Давайте разбираться. Соберите камень. Так. А где камень? А как собрать? Пока непонятно, как собрать. Вот это палка. Так, развернуть, что это развернуть, не уничтожить, зачем? Подобрать. Поднимите палку, мы палку подняли, замечательно. А, вот камень. Все. Камень. Замечательно. Так, что еще? Изводите камень топор. Откройте инвентарь, нажмите на значок ремесла в виде молотка. Так, а как инвентарь открыть? На букву И? Да. Так, молоточек.
Так, а мне переносить надо? Каменный клинок, не, подойди. Как это работает? Как мне молоточек собрать? Так-то это не работает. Если там разделить было, да? Разделить, во. Так, мне надо с этим всю. То есть, может, несколько камней нужно мне? Каменный топор, во. Я могу. Я создал? Просто анимации никакой не было. И где он у нас? Ох ты, мать, посмотри. Ага. Замечательно, ух ты. Так. Что им мне? Изготовить каменный клинок. Так, мне надо камни найти. Камни, камни. Так, это скинуть как? На левую, на правую кнопку мыши, да? Птичка какая-то. А, на шифт он быстро бегает, замечательно. Но я на шифт быстро бегать не буду. Мне кажется, он будет уставать. Быстро. Блин, сколько камней в округе, я их и взять не могу. Чем мы еще там? Так, создать каменный клинок. Создать волокно. Какое-то растительное волокно. Когда я успел забрать каменную кирку. Нет, мне зомби нападут, а у меня тут ничего не готово. Во. Есть. Ты маленький. Кстати, я не знаю, вы видите, не видите, у меня в середине экрана какая-то эта погрешность, когда я вот так быстро бегаю. Так вроде бы смотришь, нормально. Так, это что у нас светится тут? Палка. Так, вот еще камень вижу. Так, а, ногешку еще можно скрывать. Так, а чертежей у нас нету? Как вообще? Ведь это рюкзак, я понял. Стены, толки, крыши, двери, перила. Так, подожди, мать, вот. Каменная кирка, где у нас? Каменная кирка, как она изготавливается? А, палка, каменный клинок, растительное волокно. А каменный клинок, ну-ка. Каменный клинок, я понял. Каменный клинок есть. Так. Что здесь предметы на рабочем столе? Как она собирается, я не понимаю. Так. Надо пока понять, как он собирается. Вот, навести. Палка, каменный клинок, два растительных волокна. А, два растительных волокна, я вообще не то собираю. Так. Это что у нас? Кусочек коры. Растительное волокно. А быстро как-нибудь нельзя разделить? Три штуки, разделить одну. Замечательно, я изготовил. Так, это мы все убираем. Смотрим, что еще нам нужно собрать для обучения. Построить циркулированный станок. Вода. Так, а как этот станок? Ну-ка. А в окладах строительства значок в виде книги. Выберите объекты, затем верстаки. Ага.
Справочник, объекты. О, сразу можем создать. Ну, давай. Е построить. А, Ешку надо нажать. Все. Х колесо мыши, настроить высоту. Так, что это? Ну-ка, что за высоту? Ничего не меняется. Тап отмена. Бревно. Слушай, а где мы тут? Бревно как раз. Так, ну нормально. Так, слушай, что там настройки? Кстати, при... Так, хайте, я хочу посмотреть, поэкспериментировать. Еще меч поставить, посмотреть, как у нас вообще летать будет. И так, в принципе, нормально. Я просто не знаю, как это на видео смотрится. Ну-ка. Да и вроде вообще ничего не меняется, если честно. Вроде и так нормально. Картинка вроде не дергается, не дрыгается. Так. Я даже поместил, кстати, непонятно. 3-4. Нам нужно еще. Еще нужно. Ага. Замечательно. Что еще нам нужно? Вода. Постойте водоеме на открытом воздухе, чтобы накапливать дождевую воду. Отличный способ получить. Че, постойте или простройте? Постойте, ага. Ну-ка. Это прикольно. А, вот, смотри, мы напились. Все. Ну-ка. Вода. Что-то вода у нас, не знаю. Может, присесть надо? Сесть мы не можем. Кстати, прикольная текстура воды. Я не понимаю, как пить только. Там написано «постойте». Я постоял, ничего не изменилось. К присядку еще попробуем зайти и выпить. Нет. Постройте водоем. Все-таки, да, постройте водоем на открытом воздухе, чтобы закапливать... я понял, дождевую. Это как в Расте, как это называется? Это, слушай, главное не потерять бы наш столик. Вот он вот. А то было бы печально. Добавите бревна, подожди. Так, ага. Что делать? Ага, доски делаются. Почти. Замечательно. Так. Дайте посмотреть справочники мне. Так, это что это такое? Большой рюкзак. Объекты. Верстак. Полхимиката. Улучшенный верстак. Не совсем я понимаю. Но именно открытым водоем. Значит, накапливать будет отличный способ получить воду в начале игры, если приблизить до источников. А я не понял, я не понимаю, как построить где водоем. То есть тут ничего нету. Наконечники, тут все инструменты, объекты. Пила, верстак, ткацкий. Может, нам это, верстак нужен построить?
А как поворачивать? Ага, колесики мыши тоже. Ну ладно, так построим. Он поворачивается долго. Доски, 10 досок. Ага, нам нужно с вами еще. Замечательно. Так как их брать? А я взять не могу, да, пока? Это так долго будет. Так, давайте порубим. Я, наверное, по часику буду записывать, если все окей будет. Сейчас надо посмотреть еще, как на записи это смотрится. Если, в принципе, все окей будет, то... то можно по часику записывать в день. И как мы можем, надо еще одну пилу создать, я так думаю, потому что, ну, это не дела, конечно, долго так создаваться будет. Нет, долго будет создаваться. Так. Так, и всего 4 бревна, да, нужно? Просто у меня как бы не лагает. А бывает иногда какие-то непонятные вот такие микрофризы. И я говорю, что вот вы напишите. Ребят, как это вообще смотрится? Играбельно? Потому что я как бы играбельно вижу. Музыки жалко нету, тишина тут. Лягушка, смотрите, как цветится, ее взять. Значит, можно, да? А, куда я ушел? Я вот с водой до сих пор, правда, не понял. Там написано, постройте водоем. А как строить его? Я вообще не понял. Мы это поднять пока не можем, да? Постройте фундамент. Вода. Постройте водоем. Не постойте, а постройте. Блин, а как брать? Добавить бревна. А, забрать правый. Вон, написано же, блин. Тут же написано, что все по-русски. Все. Надо все читать просто. Я просто невнимательный человек. А, 10 гвоздей. Че? Во, а как? А как, где гвозди я достану? Какие гвозди? Стол химиката. Ткацкий станок. Верстак. Пила, наковальня, улучшенный верстак. Блин, как-то... Я не знаю, как-то этот... А для меня сложно. Крыша, ступеньки, перила. Вот же, здесь справа же еще можно посмотреть. Еда, напитки. Где-то воду чистую попейте из нее. А как создавать, что-то непонятно. Так, это что у нас такое? Книжки какие-то. Вот они, гвозди, да? Гвозди. На наковальне. Замечательно. Чертежи, чертежи. Так, подожди, а чтобы наковальню, нам нужно 8 досок и железный слиток.
А где я железный слиток достану вам? Ой, уже темнеет, ребят. Что-то мне не нравится. Что-то мне кажется, я сейчас... Зомби на меня нападут, и я такой... О, нифига себе. И получу от них сейчас. О, сколько камней. Туманы еще яшкин кот. Меня сейчас точно чпокнут тут. Так чпокнут. Слушай, я как что-то этот. С села вышел, железный слиток. Палку и дрова, чтобы разжечь огонь. Поиск углеродов. Развестегнем в вкладке строителя. Все значок в виде книг. Выберите объекты, а затем еда. И найдите костер. Так, и объекты, а затем еда. Поместите костер в нужное место. Подожди. Объекты. Еда. Дрова. 8 штук, да? Ух ты, смотрите, как классно. Слушай, дрова эти, вот эти кам... Это же не отсюда же, да? Это не подойдет? Дрова 8 штук. Мать, откуда я дрова достану? Вон, светится. А, вот они. Одна палка есть. Так, это камушки. Блин. Я вот... Хоть этот, не знаю, не вижу я вот эти палочки. А вот они. Они всегда просто подсвечиваются, да? Так, 3, 4. Уже, кстати, там дорогу, что ли, не в косе. Подожди. А где... Как легко потеряться? Вот же они. Так, 5 палок. Кстати, надо инвентарь на таб перенести, потому что что-то неудобно. На ишку. Где у нас инвентарь? 8... Так. Fire. Вот он. Open inventory. Ну, давай хотя на ее луч. Ну-ка, вот, да. Надеюсь, зомби сейчас не будут на меня нападать сразу. Ты что за дохляк? А на нее нападать нечего. Блин, а как не, я не могу поломать просто деревяшку. Железа земли не вижу, ребят, хоть убей. Камни вижу.
Кстати, вот здесь бы компас бы пригодился бы. Деревяшки, так я долго, наверное, буду искать на записи. Найду. Уф, большим трудом восьмую палку нашел я. Так. Так, добавляем. Ша. Подожди. Я палки собирал, собирал дрова. А это дрова, это не то, что? Это не то, что нужно. Кошмар. Прикиньте, я просто так собирал. Объекты. Сушилка. Не, какая сушилка, мать. Деревянный стол, постройки. Электричество даже есть, представляете? Так, каменный горн. Кирпичный горн. Что это такое за каменный горн? Что это такое каменный горн, значит? Что это такое? А, блин, а дрова как делается? Дрова из чего? Может, доски это? Подожди. Так, двойным щелчком нет? Нет. А Ctrl, если зажать? Тоже нет. А как дрова, блин? Я еще что-то не понимаю, ребят. Вот хоть убей. Блин, я в самом начале уже столкнулся, ребят, с той этот штукой. Кстати, камушки нельзя стыковать, да? С той штукой, что я уже не могу. А как трава? Это же элементарно должно быть. Еще тут не написано ничего. Костер. Для завершения строительства. Не забывайте, что дождь может погасить. Постройте укрытие, чтобы защитить пламя от дождя. Укройте, найти панели постройки. Господи, он что? Воду хочет, да? Я сейчас умру, ребята, в начале же самом. А, передвинуть, право забрать доски. Слушай, а знаете что? А давайте я попробую дерево сломать, из него выпадет бревна и бревна поломать. Нет? Что это значит разбин? Уничтожить, собрать. Что за уничтожить? Уничтожить. А, нет, это не то вообще, да? Собрать. Прикиньте, вот так с балки как можно. Я, кстати, так и не понял, как воду добывать. Вот. Вот тормоз. Как я мог догадаться об этом? Это методом тыка только. Не-не-нет.
собрать. Ну что я говорю же, мимолетом смотрел всего лишь гайды. Так, что это такое? Рагу из говядины. А у нас фляга есть, оказывается. Подожди, пойдем попьем тогда. Подожди, подожди, мать. Кепо. Сейчас отойду я и не замечу. А где речка была? А, была все-таки фляга какая-то. Это фляга? Ой, это речка. Так. Добыть воду. Попить. Так, замечательно. Что у нас там? О, вода сейчас, да, все наполнена. Грязная вода. Сколько? 60. Так, стойте. Я, кстати, не знал просто, что у нас пляга есть. Использовать. А как переключиться? Грязная вода. Слушай, а почему неудобно сделан, блин, двойным щелчком? Почему неудобно сделано, чтобы двойным щелчком так как-то? Ой, все равно не хватило этот. Так, эскейт. Где деревья? Так, олень, давай не пугай меня. Страшно, снова страшно, очень страшно, ребят. Собрать. Ну что ж, где он там? Собрать. Ведь можно поближе было перекинуть сюда. Так, чё ж ты сразу переключаешься? Дрова. Во! Красота. Дальше как? Это что это такое? Что это круги значит? Так. Дальше как? Бинт. Опустошить, выпить. А друзья, как дальше зажечь еще? А вот зажигалка же у меня была. Уф. Никто тут не нападет на меня пока этот. Замечательно. Что у нас? А я, кстати, что? Я же воду попил, посмотрите. Постройте водоем. А, я построить так не построил. Постройте фундамент. Замечательно. И что? Поиск углеродов. Так, постройки фундамент. Это мне нужно нажать инвентарь. Фундамент. Деревянный, угольный. Так, давай один. Так, давайте неподалеку здесь. Так, что с зеленым? Ну, красным точно понятно, что нельзя. Ничего не видно. Ну, о, господи, нифига себе. Там кто? А что я не могу поставить? А, Ешку же постоянно забываю, что надо Ешку жать. Так, 4 бревна. И 6 досок.
Так, замечательно. Три бревна и еще одно бревно. Так, замечательно. Бревна сюда поскидываю я. Вам пригодятся. Так, 4-6 досок. Забрать доски. А я не могу подойти. У меня почему какой в инвентаре нет места, говорит. Давайте все скинем. Так, одну доску. Замечательно. Ура! Теперь я защищен, надеюсь, от зомби. Так. Дом, конечно, не тут будем строить. Я для начала построю, потом все снесу, если что. Чтобы, главное, научиться выживать. Так, замечательно. Фундамент построен. А, постройте горн. Горны я где-то тоже видел. Объекты. Другие. Вот он. А, 25 камушек. Блин, у меня 4 камушка только было. Так, сколько у нас камушек? Не знаю, сколько камушек, штук 6 там будет точно, да? Ага. Это мы забираем. Так, а ты чё так медленно идешь? Так, замечательно, что это? Так, я понял. Где у нас бревна? Вот они у нас дрова были, да? Это печка, я так понимаю, да? Какая-то. Ага. Я не знаю, зачем я туда положил камни. Так, и еще одну. Так. Уже расцветает, а? Яблони и груши. Поплыли туманной над рекой. О! Уже комфортней. Камушки, кстати, нужно можно выкинуть. Что еще нам нужно построить? Поиск углеродов. Так, подожди, поиск. Охота. И, кстати, вот это постройте водоем на открытом воздухе, чтобы накапливать дождевую. Это с отличным способом получить воду в начале игры, если нет других источников. Я вот это, кстати, не пойму никак, как воду построить, потому что водоем я смотрел. Может, я плохо смотрел, подождите, там же водоем она называется. Тут на внешний вид тут ничего не похоже на водоем. Канистры.
Углерод, доски, цемент, кирпич, сучья кора, животный жир. Железное растительное волокно, бревна. Сколок кости. Нет, тут вообще фигня какая-то, другое. Тут тоже ничего вообще не похоже на водоем. Т-банк, котелок. Одежда, я голый, получается, скажу, да? Семена всякие разные, еда, напитки. Вот, по идее, еда, напитки же должно быть, находиться. Это самое, что нам нужно. Большая фляга. Шкура крокодил. Ну, их нету, я не знаю, вот хоть убей, но нету, ребят. Пила накапливается. Так. Ткацкий станок, верстак. Доска, железо и слиток. Так, подожди, а тут вон, подожди, может здесь это? Походу это здесь находится. Грядка, холодильник. А, вот он, собирает дождевую воду, смотрите. Я думал, это тазик какой-то, какой-то водоем. Я даже не знал, что это слово называется водоем. А, 6 досок, да? Замечательно. Так, прикинь, сейчас вот эти уволнения мне нападает зомби. Растительные, дающие овощи, фрукты случайным образом появляются недалеко от игрока. Полный список продуктов можно получить. Прочие продукты дают различные питательные вещества, включая смысловой важный углерод. При сборке урожая вы сможете получать семена. Семена можно посадить, вырастить. О, господи, как много. Охота. Животных лучший способ это сделать, использует лук, стрелы. Прицельте, стрельте. Так, а что про рыбу? Рыбе тоже содержится много белка. Ее можно найти в больших озерах, обозначающие карте. Используйте копье, чтобы поразить рыбу. Сделать железный слиток. Палки и дрова, чтобы разжечь огонь в горне. Затем поместите в него камушек и дайте им... Опа, камушек. А, камушек? Вон для чего камушки я собирал. Вон, прикиньте. Не просто так я камушек собирал. Я знал. То есть, конечно, не знал. Ага, все. Пускай делается. Так, лук и стрелы, нам говорят, да, мать, сделать? Справочник. Еще делается палка, веревка. А, веревка еще. Это все сложно, все. Перо. И откуда? Нет, мне надо копье, наверное, найти. Каменное копье. А, палка. Каменный клинок. Растительное волокно. А где растительное волокно? Я так, кстати, никак не пойму, из чего создается растительное волокно. Кусочки коры. Так понимаю, это с дерева. Кусочки коры. А где это? Можно добавить, вырубая деревья или сделать кусочки из коры. Можно добыть, вырубая деревья или сделать кусочки из коры. Ага, сложно как. Так, нужно мне камушек, да? Изготовить. Замечательно. Так, растительное волокно 5 штук. А у нас с вами, а у нас, где инвентарь мой? Дорогой, покажи, сколько у нас. О, у нас 50 штук. Ух ты, нифига себе, 50 штук, нормально. Нормально движемся, ребят. Так, это получается есть, да? Голова, нагрудник, смотрите, у нас ничего нет. А, палки, три палки. Так, а три палки у нас есть с вами? У нас нет.
Так, подожди, дрова. Раз, два, три. Так, три палки. Вот это. И что там было еще? Подождите. Каменный клинок. А, пять. Вот я понял. Так, так, так. А чё? Растительным блокном, вот же оно. Как это делается? А я не понимаю. Вот я тупой, конкретно. Каменный клинок есть. Вот он. Три палки есть, растительное волокно, что есть, да. Можно изготовить вручную или на верстаке. Подожди, как это создается? Объясните мне. Вот растительные три штуки есть. Одна штука есть, три палки. Подожди. Там пять было же сказано, а не три. Вот все. Каменное копье есть. Где ты? Я боюсь на зомби, блин, нарваться. Так, о чем мы? Блин, а что это пропало? А, что у нас? Еда? Мать, ты еще не пугай меня, давай так. А, дождик идет? Дождей не слышно даже. Какой дождик? Энергия. Так, подожди, а что там с кроваткой? Поддевайте, я сам уже хочу спать, ты что, у меня уже 11. Чего, нифига себе? Ой, мысленной этот. Вот, мебель. Доски. Давайте кроватку построим. Шесть досок, говоришь, да? Сколько досок взял? Ага, о, проснуться. Я выспался? Энергия как была, в принципе. Использует кровать. Ага, вот это как делается. 8 часов. Доброе утро, страна. А углероды. Охота. Так, что у нас там насчет железной слиток? Подожди. Опять дождик.
Так, 5 фрагментов в горне можно изготовить железный слиток. Из 5 фрагментов в горне можно изготовить железный слиток. Вот часто тут дожди идут, вам не кажется? Так, где лягушка? Лук я нашел, ребята, лук! Я что-нибудь выполнил этим? Да, выполнил. А что я выполнил? Я углероды что-то, да? Да, углероды. Ах. Охота и дело железный слиток. Давайте камушки я подберу. Расплавку нужно. А, вон мы замахиваться можем, либо... Либо так. А где лягушки? Вон она, да? Еще. Есть хочет. Мать, подожди, какой есть? Тут у меня... И мы с вами... Сырое мясо. О, сырое мясо. Пойдемте пожарим. А, я жарить же не могу по на костре, да? Так. Ну-ка. О, нормально. Все повысилось. И сделали железный слиток. Я как бомж, короче. Видели бомжи, которые на улице живут? В палатках там. Вот это я. Так. Стены, потолки. Что, можно быть что-нибудь быстренькое такое сделать? Бревно 3 штуки. Так, а как поворачивать? Как неудобно поворачивать? А, блин, у меня же тут этот неправильно. У меня же тут эти, походу, неправильно, да, стоят. Кровать вообще неправильно стоит. Энд передвинуть. Что-то я пытаюсь передвинуть, что-то он не хочет. Мне, походу, еще одну нужно, блин, строить платформу. 9 3/4, ребят. Мне фундамент еще. Слушай, а можно как-то... Я как-то высоко построил, да? Это шинома. Зачем нам высоко так? Вот так вот. Вот так вот. Так, все. И нам нужно бревно. Давайте быстренько я сейчас соберу бревна, ребят. Чтобы у вас этим не
Так, мне нужно, получается... Ага, 16 бревен. Так, работа пошла. Так. Кстати, когда я E8 нажимаю, что на E8 вообще такое? Hide full. Надо ее-то убрать. Какой-нибудь вот сюда, наверное. Вот. Что он мне не дает. Угу. Так, получается 15 досок я сделал. Я, кстати, перегруз у меня, смотрите. 57 килограмм я могу таскать. Из 50, да? Сейчас, сейчас. Замечательно. Так, и у меня 0 досок. А, нет, 3 еще доски. Так, 6 досок. Есть 3 доски. Как-то странно распределяется, если честно. Очень странно. Так, у нас, значит, больше часа сегодня первый ролик будет посвящен, потому что как-то, извините меня, что так много туплю, потому что реально... А, все это впервые. На ваших глазах. У нас даже больше одного часа будет. Час запускать, час 15. Что у меня еще чуть-чуть осталось. Спустя час я уже, в принципе, начал уже плюс-минус уже понимать. Так, кстати, я же мясо сделал. Давайте с вами. Чистая вода. Ага. Мы заберем. Так. Ага. А где лягушка? Вот она. Вижу тебя. Мать, я вижу тебя. Смотри, нормально. Так, бревна. 3 штуки. Так, не почему? 3. Вот, вот. Есть. Так, сколько тут нужно? 2 доски нужно. Здесь вообще 5 бревен нужно. Раз, два. Так, сколько этому? 3 бревна. И этому 3 бревна. Замечательно. И... Да, и здесь. Слушай, интересно, если они потом будут у меня здесь расти? Так, нет. Видите, там уже какие-то большие бревна. Замечательно. Теперь точно кровать могу передвинуть, да? Да, вот, все. Где она криво стоит, у меня как-то неудобно колесик мыши вот передвигать кроватку. А, смотрите, пока она там стоит, я ее, короче, передвинуть не могу. Странно. Видите? Так, нажимаю еще раз. Что тебе нужно? 3 бревна.
Так, тут что? Что у нас? А, ну у нас тут этот же был, я понял. Дождь был, поэтому прекратился. Так. По-по-по. Железный слиток из 5 по-по-по фрагментов. А у нас с вами 4 фрагмента. Все, замечательно. Сейчас мы можем, в принципе, плюс-минус закончить. Давайте эту обучалку тогда закончим. Следующее задание. Угу. И все. 3 бревна, 3 бревна, 6 бревен. Слушай, блин, а что я по 3 штуки таскаю? Как ты этот? Не камильфо. Я могу побольше? Оху, что это за белое дерево? Товар не сломается. Уф. Ой-ой-ой, смотрите сколько. Блин, я это реально только по 3 бревна могу. Вот так бегать, таскать. Слушай, подожди, а у нас еще энергия не восстанавливается? А, не восстанавливается, я уж испугался. Так. Опа, курочка. Ага, 8 досок нужно. А, сколько я? 3 взял, да? 4, 5, 6. А все, уже не могу. Замечательно. 3 доски. Где курочка? Курочка, где ряба? Замечательно. Не смотрите, что уродский, я потом все переделаю. Это все у нас. Так, это мы забираем. Это мы забираем. Так, дальше как? Дайте посмотреть. Железный слиток. Электростраты, минерал. Нет, нет, где? Подожди. Используйте палки и дрова, чтобы зажечь костер в горне. Затем поместите в него камушки. Дайте им расплавиться. И чтобы получить железный формер. Из 5 формеров в горне можно изготовить железный слиток. На ранних стадиях игры это лучший способ. Так, что получается? Мы заходим сюда. Закидываем горн сюда. И он делается, да? Да. Замечательно. Так, что еще мы можем? Лесенки можем какие-нибудь? Тенки, ступеньки вот. Небольшие. Так, стой. Мужчина. Блин. Замечательно. Мы тут лесенки сделаем. Угу. Другие перила. Это двери у нас. Деревянные, стеклянные. Что это такое? Это двери у нас? Почему, кстати, это... А, нам же эту, какой нам же эту нужно сначала? Раму же нужно. Косяк же поместить. Это что, крышки? Потолки? Вот он. Вот так вот.
Так, и деревянная рама. Да, вид. А, ешку же надо, я забываю постоянно. И, ну и все, да, в принципе. Так, угловой, ой, мы сразу угловой можем. Так. Нет, это не то. Это не то. Обычно я понял, стены. Замечательно. И, в принципе, простительскую крышу. Крыша, крыша, крыша. Поле у ручья. Уж самое обычное есть безнаклонное. Что это такое? А это безнаклонное. Ступеньки, потолки. А, вот. Нам не обязательно крышу. Потолок. Кстати, напоминает мне чем-то Раст. Ага, все, я здесь не могу, потому что... Так, а что мне? А, водички он хочет попить. Я понял. Водички у нас. Слушай, ты отсюда сразу можешь интересно попить? Ляга. Попить. Что это какая у нас? Чистая вода. А, у нас чистая вода. Еще 59 из 100. А, потому что там 0. Вот, все. Замечательно. Йоу, мы создали с вами первый железный слиток, ребята. Так, давай сразу камушки пускай на переплавку. Так, и чё? А, и все, и задание мы, в принципе, выполнили, ребят. А, тут и компас, кстати, есть, когда на F-ку нажимаешь. И что-то. Давайте, наверное, на этом с вами остановимся тогда. Для начала хватит. А завтра, в принципе, я с утречка и позапишу. Так, а где у нас еще? Сколько у нас? Во, нормально, нормально. Ребят, а завтра, в принципе, мы продолжим строительство дальше дома, в принципе, изучение, ну, такого, знаете, для начала. Так, на M, если нажать. О, май карбл, что это такое? Это вся карта? Смотрите. Здесь тут крестики какие-то отмечены. Офигеть. Нифига себе, большая карта. Прикольная рыба, болото, местонахождение транспорта. Тут транспорт еще есть. Тележки, тележка. Пещера, какие-то пещеры. Местонахождение игроков. Блин, офигеть, круто. Завтра же дня прям буду с нетерпением ждать. Сейчас пошел, наверное, заливать ролик, чтобы с утра завтра выпустить его. С вами был Лайков Гейм. Не болеть, не чихать, всем хорошего настроения. Увидимся в следующих сериях на канале Лайков Гейм. Сохранение. Надеюсь, сохранено, да? Тогда я выйду. Тебя прикинь, ничего не сохранено. Кстати, тут по-английски стало. Почему? Он же по-русски вроде был. Loading game. Я проверю, просто работает, да? Загрузка долгая. Да, я костер слышу. Все. Вроде работает.
Загрузка, правда, долгая. Да, все работает нормально. Давайте тогда увидимся с вами в следующих сериях на канале LikeU Game. Всем пока.